13 одесских пляжей не получили паспорта на открытие функционирования, заявляют в профильном департаменте. Без паспорта остается также популярная в курортный сезон канатная дорога. Арендаторам выдали предписание на скорейшее оформление документов, но такой темп работы не понравился мэру. Геннадий Труханов раскритиковал ответственных чиновников за состояние пляжей и предложил им оставить свои должности самостоятельно. Вы когда подаете информацию, подавайте ее достаточно объективно, справедливо, даже если где-то что-то не удалось решить. Потому что, в принципе, если вот так сегодня слушав, на мой взгляд, формальный доклад, можно дальше так тихонько сказать, что мы, в принципе, да, работаем. На самом деле это не работа. Геннадий Николаевич, Анатолий Павлович, я вам предлагаю написать заявление по собственному желанию. Свое предложение мэр адресовал начальнику управления развития побережья Геннадию Мирошниченко и директору коммунального предприятия побережья Одессы Анатолию Половко. Нарекания к первому были и у юридического департамента. Там сообщили, что с частью названных Мирошниченко арендаторов договоры давно разорваны и права пользования пляжами у них нет.